Добрый день, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии. И сегодня я вам хочу представить первого участника. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Черноусик. Татьяна, расскажите, пожалуйста, давно ли занимаетесь актерским мастерством? Какие успехи, какие достижения на данный момент? Нулевые. Ну что ж, а что все-таки привело вас сюда к нам? Что все-таки привело попробовать, рискнуть, поверить в свои силы, так сказать? Я как-то участвовала в проекте «ТВ Шанс Вокал». Проводят, я вижу, эти же организаторы тот. И вот сейчас, следя за новостями в интернете, увидела рекламу вот этого проекта и пришла попробовать себя в актерских. Татьяна, расскажите, пожалуйста, все-таки планируете с какой-то перспективой на будущее? Планируете развивать это направление или все же больше для души, для себя? Ну, хотела бы, бесспорно, хотелось бы, конечно, продвигать себя в этом, потому что в вокале я как бы уже по возрасту не подхожу. Ну что ж, тогда мы от всего коллектива и также от коллектива организаторов желаем вам дальнейших достижений, желаем вам удачи и всего хорошего в сегодняшнем выступлении.